часто думают, что наука и религия противоречат друг другу, и надо выбирать либо одно, либо другое. Или говорят, вера — это, конечно, интересно, но я лично все-таки склоняюсь к науке. По-моему, тут не надо делить все на черное и белое. Я знаю множество прекрасных и очень серьезных ученых, которые верят в Бога. И еще я знаю, что вера в Бога вовсе не вынуждает нас пренебрегать выводами науки. Более того, многие важные теории и открытия о Вселенной были сделаны верующими учеными. Вспомните хотя бы Блеза Паскаля, Исаака Ньютона и Роберта Бойля. Когда начинаются дебаты о различиях между наукой и религией, большинство людей признают, что и наука, и религия пытаются понять Вселенную. Наука помогает нам понять, как и когда она появилась. А вера отвечает на вопрос о том, кто ее создал и зачем. Чем больше мы углубляемся в науку, тем больше поражаемся тому, как удивительно и маловероятно само существование жизни. Например, как утверждает английский физик Пол Дэвис, складывается впечатление, что законы физики являются плодом усилий исключительно изобретательного ума. Иными словами, складывается впечатление, что везде, от нашей гигантской Солнечной системы до невероятно сложных клеток, из которых состоят наши тела, прослеживается некий конкретный дизайн, некая конкретная цель, которая удерживает в порядке то, что, по идее, должно быть абсолютным хаосом. Представьте себе самый громадный на свете пульт звукорежиссера, какие бывают на суперконцертах. А еще лучше представьте себе полный зал таких микшерных пультов. Сотни, тысячи входов, выходов, каналов, кнопок, фейдеров. Для зарождения потенциальной жизни во Вселенной каждая кнопка, каждый фейдер, каждая настройка должна оказаться в строго определенной позиции. Представьте, что фейдер первого канала контролирует расстояние Земли от Солнца. Сдвинешь ползунок на миллиметр, и Земля сгорит. Миллиметр в другую сторону, и она замерзнет. Чуть изменить силу гравитации, и Земля либо упадет на Солнце, либо улетит в космическое пространство. Чуть уменьшить содержание кислорода, и жизнь прекратится. Американский ученый Фрэнсис Коллинз говорит, что во Вселенной есть 15 констант, таких как сила гравитации, скорость света и температура кипения воды. У каждой из них строго заданное значение. И если хотя бы одну из них изменить даже на 0,0,0,0,0,1%, во Вселенной уже не будет не только человеческой жизни, но и, скорее всего, не будет ни звезд, ни планет. Красота нашего мира держится на очень тонко выстроенном равновесии. Малейшая перемена приведет к колоссальной катастрофе и гибели всего человечества. Стивен Хокинг, известный физик-теоретик и атеист, однажды сказал, что вероятность возникновения такой вселенной, как наша, в результате большого взрыва ничтожна, исключительно мала. Он сказал, что объяснить, почему вселенная зародилась именно так, чрезвычайно трудно. Если только это не был акт творения Бога, намеренно создавшего таких существ, как мы. Это серьезное заявление со стороны гениального ученого такого калибра. Но хотя Хокинг и признавал Бога в качестве возможного ответа на загадку сложности и тонкости настройки Вселенной, одновременно с ним в науке работали и другие выдающиеся ученые, выдвигавшие альтернативные объяснения. Я же лично просто поражаюсь, сколько всего нужно уже для одного существования нашей Вселенной. Когда я смотрю на окружающую меня красоту, то вспоминаю одно место в Библии, где апостол Павел говорит: «Все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно, незримая в нем вечная сила Его и божественность от сотворения мира были явно видны разуму во всем созданном им». Конечно, может быть, мы появились в результате случайности или совпадения, но это так же маловероятно, как то, что обезьяна, усаженная за компьютер, в конечном итоге напечатает нам один из сонетов Шекспира. Итак, перед нами две альтернативы. Мы существуем либо благодаря практически невероятной случайности, либо благодаря невероятно сложному дизайну.